Лайфхак. Как всегда выбирать вкусный, спелый, сладкий и сочный арбуз. Многие покупатели зачем-то его вот стучат, там что-то смотрят, давят на него, еще что-то там. Не надо этого делать, на самом деле. А если его просто положить там на час в воду, он будет так стучать, что вы посчитаете его 100% спелым. Что показывает спелость арбуза? Спелость арбуза показывает вот это желтое пятно. Вот чем это пятно желтее, тем спелее арбуз. Вот поверьте, всегда выбирайте. Вот просто посмотреть, посмотрели, есть вот это оранжевое пятно. Значит, все, арбуз 100% спелый. Далее, вкус, сочность. Они бывают двух видов. Есть бывают вот такие вот круглые, а есть удлиненные. Удлиненные – это более водянистые. Круглые – это более сочные арбузы. Плюс здесь также есть мама-папа, но это я не знаю, правда-неправда. Говорят, что папа, то есть с маленького вот эта пипочка, они более водянистые, а мама – они более сочные. Далее, еще одна штука, которая очень сильно влияет на сладость арбуза, именно на сладость. Это вот такие вот штуки, вот видите их, вот такие вот прорезы на арбузе, видите, вот он, видите, вот они есть, вот они. И чем больше вот таких прорезов, тем он выглядит не презентабельнее, но на самом деле он еще вкуснее, еще слаще. Почему? Потому что эти прорезы оставляют пчелки, которые опыляют цветочек арбуза. И чем больше пчелка опыляла, тем более сладким будет арбуз. А теперь давайте попробуем разрезать и посмотреть, что там внутри. Смотрим. Вуаля!